Промышленность, наука, здравоохранение, сельское хозяйство, спорт, образование, культура и многое другое. В этом году для участия в областной общественной акции «Народное признание» подано свыше 500 заявок. Завершилось народное голосование по выбору кандидатов городского этапа. Оно прошло в каждом муниципальном образовании. В Ленинском районе Самары, например, заявки подали 14 человек. Мы благодарны жителям, которые и инициировали многих из участников акции кандидатов, а также поддержали их своими голосами. Это действительно очень важно, поскольку эти люди живут в нашем районе, они заслужили авторитет и уважение. Мы гордимся ими. Набравшие наибольшее количество голосов в каждом муниципальном образовании пройдут в региональный этап акции. В первую очередь, конечно, мы ссылаемся на мнение жителей, то есть каждый человек, проживающий на территории, если мы говорим о Ленинском районе, на территории Ленинского района, может принять участие и отдать свой голос только за одного номинанта. Выдвигали своих кандидатов инициативные группы со всей области. В этом году получить народное признание можно по 6 номинациям. «Память и слава», «Мы вместе», «Признание и уважение», «Наследники победителей», «Герои нашего времени», «Единство и успех». Заключительный этап продлится с 1 ноября по 10 декабря. Самых достойных определят по итогам областного народного голосования. Ольга Хамракулова, Константин Головин. События.